гулять. С Матвейкой мы пойдем гулять. Да, Матвеечка? Прогуляться. Ой, замечательно, чудесная погода. Хорошая. Ты куда пошел, мальчик? А? Сына? Марину ждем. Так что, друзья, всем здравствуйте. Замечательный денек. Закрывай даже дверь-то. Мы съездили на кладбище. Ой. По магазинам прокатились немножко. И все. Сестра к нам на обед не пришла. Тетя Аня. Мы решили к ней сходить. Да? Какими-то делами занимается. Посмотрим. Возьми его за руку-то. Я хотела его в коляску посадить, но говорю, ладно, пойдем ножками. Ножками, ножками. Уточку сразу увидел. Во дворе она у него лежала. Возьму, говорит, уточку, да? Уточка твоя. Пойдем к тете Ане в гости. Попроведуем. Попроведуем. Молодец, молодец, сынок. Вот так вот. Нравится ему уточка. Любимая уточка, да? Все, остановился. Пойдем, да, давай. Девчонки, так цветет. Ой, такой аромат. Сирень еще не зацвела здесь у нас. А в городе, Марина, видела, сирень уже цветет. Местами цветет, местами нет. Здесь вот она еще только-только начинает. Пойдем, да? Сестричка ушла у тебя. Видишь, она вперед тебя пошла. Ты долго идешь, так. Ну. Ой. Довольный. Соседей увидел, остановился, смотрит. У тети Ани уже тут нарциссы распустились. Красивые. У нее здесь сторона, девчонки, солнечная. У нее, конечно же, и Марин корень. Вон какой большой уже. Это тут поменьше. Ну, бутончики уже. Кстати, муравьи. Муравьи, что ли? Муравьи. Надо же. Так что скоро зацветет. Довольный Матвейка, да? Тетя Аня в гости пришел. Все, разыгрался парень. Одну машинку принес, вторую взял катать. Тетя Аня косы плетет Марии. Гулять собираемся. Собираемся, девчонки, на улицу. Нагостились. Матвейка уже одел тете Анин сланец. Катины? Да. А, я думала, твой. Не, он один. Вот так вот снарядился мальчишка, да? Собрался. Уже гулять хочется. Да. Я говорю, сын, они ж тебе не по размеру. Иди снимай давай, кроссовочки свои одевай. Вот такая вот арава детей, малышей. Ой, Ваня на велосипеде, Настасья тоже, Катерина. Матвейка с уточкой. У меня нету. У тебя нету уточки? Ты тоже хотела бы? Маша, беги, самокатик возьми. Самокатик или возьми? Самокатик возьми, ну. Ты умеешь на самокате-то кататься? Умеешь? Не умеешь? Научишься? Ну, Настя его научилась кататься на велосипеде. И Ваня тоже научился, да, Ваня? Во, молодец. У нас вечер, девчонки, уже. Так, Настасья, осторожно, там машины нету? Там мотоциклы гоняют, как дикие. Тетя Ваня, я научилась тормозить. Молодец. Я тоже. Ой. Все, Матвейка побежал. Куда побежал? Мы не в ту сторону. У нас дети вперед нас бегут. Папа, нет, там дядя. Пойдем домой, папа дома. Дядя. Дядя увидел. Дядя увидел, говорит, папа. Нет, не папа. Папа дома у тебя. Издалека, кажется, папа, наверное, думает. Все, давай вперед, беги. Беги, догоняй Марию. Да. Все убежали. Марина пить мне принесла. Что, у нас фарш еще лежит, доча? Я вспомнила, говорю, девчонки, у меня еще фарш лежит.
Мы собрались погулять, но время еще не так много. Да, а отец где? Он спит. Папка спит? Папка спит. Молотый фарш готовый. Придем, может быть, в пельмени, я думала, постряпать. Ну, а что замешаю тесто быстренько? Ну, и пельмешки, глядишь, постряпам. Ну, а что делать? Или котлет? Не знаю пока. Видно будет. Дети, кто-то крикнул, овечки. Там и девчонки, наша любимая роща. Козочки пасутся. Да, мы пошли вон посмотреть. Матвейка тоже. И корова тетя Олина, да. Вот они, козочки. Козлятки там маленькие. А детям так интересно. Анютка, заводи козу. Детям, смотри, как интересно. Будете сюда с козой ходить гулять. Ой, там козел-то какой мощный. Ой, они доиться хотят уже. Ой, козляточек посмотрим. Там есть козлушка такая маленькая. Она такая интересная прям. Она в прошлый раз к нам вообще близко подходила. Да. Катя, высади Матвейку, пожалуйста. Матвеечка, пойдем. Бегите, посмотрите, пойдем, давайте, близко, козляток. Пойдем к козочкам, где козочки. Пойдем козочек посмотрим. Какие классные. Малыши, Матвейка. Ой. Они, смотри, не убегают. Видишь, какие они? Ты ко мне? Ты нюхаешь меня? Ой, какая хвостиком виляет. Им жарко, душно. У нас, девчонки, тут такая атмосфера, такая вообще, особенно вечером. Такое ощущение, что дымно. Как будто жгут. Мощные, ага. Прям как лесной. Нет, не... Да, видно, она там у нас вдалеке пасется, звезда наша. Смотри, какая козочка. Беги, погладь. Погладь, Матвейка. Беги. Не бойся, подходи тихонько. Пойдем с мамой вместе. Тетя Оля, почему большие привязаны? Большие, потому что они большие, чтобы они не убегали. И малыши будут с ними рядом. Да. Да. Вот она какая, да? Он... Нет, козлу-то не подходите близко. Не дай бог он это. Корову? Да. Можно сходить туда, смотрите. Пошлите. Мама! Ой, какие. Мама, да, Маша? Беленький. Катя, возьми там уточку-то. Мы к коровке пойдем. Она, Лика, что там звезда-то орет? Услыхала голос. Все, сейчас дядя Саша пойдет забирать их уже. Какой, девчонки, козел прям мощный. Пошли, да. Посмотрим. Посмотрим, посмотрим. Какой, смотри, какой козел. С такими рогами. Так что, девчонки, такая вот тут у нас живность пасется. Ой, Матвеечка. Ты куда пошел, сына? Не бойся, не бойся, сына, не бойся. Классные, да? Посмотрели козочек, козликов. Идем, девчонки, на наши новые тренажеры. Потому что здесь стояли старые, их поставили вон туда, я уже показывала. Ой, запах такой у нас. Что-то где-то как мимо проходили, там какой-то был запах другой, ага. Анютка, ты чувствуешь? Как будто сиренью пахнет, ага. Черемуха или чем-то таким. Где-то что-то цветет. Тут вот даже вон зайти как, а. Ой, все, тетя Аня наша будет качаться сейчас. Смотри, какая красота, ага. А что ты? 20 килограмм, давай ляжь, подними 20 килограмм. Давай, попробуй. Анька, тут правда 20 килограмм? 20 написано. Это может одна штука 20. Одна, наверное, Анька, 20. Чё? Я не могу залезть. Сейчас, маленько, подожди, Ваня. Сейчас тетя Оля силы подкачает. Нет. Это серьезно. Нет, у меня еще рука побалит. Тяжело. Ты кого делаешь? Мощные, девчонки, тут тренажеры. Тут вот я только ногами, если вот так вот помогать. Вот так. Матвейка, осторожно. А если просто сидеть и вот так... Сам.
руками себя. Нет, сил нет. Ну, мощно тут заниматься. Слушай, тут вообще прекрасный тренажер. Я в восторге. Матвейка спортсмен. А, что делать? Балуется. Никак не хочет. Все уже убежали вон от нас. Я говорю, пошли. Никак не хочет идти. Комары, девчонки, летают вообще. Комарье какое. Комарики, смотри, кусать все будут. Пойдем скорее гулять. Понравилось ему заниматься на этом тренажере. Атя! Комара прогонят. Да охота идти туда. Вон все убежали на другие тренажеры. А он все. Ну-ка упадешь. Ну, самостоятельный ребенок. Все. Сыночка. Вот так. Сам с собой. Давай тихонечко слазь. Тихонько. Позанимался? Все, пойдем. Понравилось? Хороший тренажер. Слазь давай, пойдем. Тетя Аня, то ушли уже с ребятками. Сюда попросился. Ну-ка, не поди хоть. Что, все, насиделся? Прыг-скок? Прыг-скок. Все, снова на любимый тренажер, да? Все. Облюбовал. Нам не уйти, знать-то отсюда будет. Ой, сынуля. Еле ушли, девчонки, с тех тренажеров. Ну, классно, классно сделали, конечно. На любой вкус можно заниматься, да? Заниматься и мараться. Замечательно. Вставай вот сюда вот. Вот сюда вставай. Матвейка, спортсмен, ага, пытается. Сына, упадешь. Не залазь туда. Ой. Хорошая погодка, хорошая прогулка. Замечательный вечерок. Ой, так порадовали тренажеры. Прям вообще. Раньше мы ходили вот этим тренажером, радовались. А сейчас вообще так организовали, сделали. Ну, конечно, все не до конца, но может постепенно, конечно, доделается. Девчонки пришли. Фу. Нагулялись на тренажерах, муж на занимались. Там тренажеры такие классные поставили. Да, ты еще не видел. Январь, не облизывай меня. Январь облизывает. С козочками нафоткались. Мы там фотосессию устроили. Прикольно так. Да, звезда? Мы слышали, как ты кричала. Кричит. Так что нагулялись. А Матвейка увидел дядьку какого-то, кричит, папа, папа. Я говорю, пойдемте, давайте домой. Мы долго гуляли. Папа. Соскучился по папе, да? Пойдем сына стряпать. Папа сам только проснулся и бежать за коровами. Ну, мы пошли от Танютки, я говорю, Марине, разбуди отца-то, но время-то уже, говорю, управляться надо. Так что это...
Пойдем, у меня там фарш ведь надо, что, постряпать что-то, я не знаю, либо котлеты, либо... Я что-то манты думала, знаешь. Сына, дитё моё. Вот так вот, лови, папка. На, одевай, Катя. Эди, как её? Звездуля. О, красавица какая. Друзья мои, любимые. Хорошее настроение, девчонки, у меня. Муж мне вчера намолол фарш. Курино-свиной. Мама, о, мама, да, мама, Мариночка. Матвейка, дай сказать. Мама. Матвейка. Марина нарезала. Марина нарезала мне луку, сходила. Мама. Я сейчас нарежу зеленого лучка, потому что у нас репчатый кончился, девочки. Добавлю перчик, добавлю еще что-нибудь, не знаю, что я сюда добавлю. Намешаю фарш. У меня уже готово тесто и буду стряпать. Рассыкай, давай, ну ты будешь стряпать, я буду хатать колбаски. Да? Мариночка мне помогает. Мамка. Вот, колбаску катает. Мы, девчонки, так нагулялись. У нас такая погода классная. Мы сегодня ничего не делаем. Мы сегодня отдыхаем. Ой, у меня девочки, у меня сегодня пришел заказ. Я такая радостная была с утра. Мне пришли духи. Виталя, принеси нам духи в студию. Ой, покажи, Виталя. Покажи, сыночка, не стесняйся. Мне вообще, девчонки, так они понравились. Это мы заказывали на интернет-магазине, девчонки. Я сняла на простую жизнь Ольга Заурай. Кто, девчонки, смотрит два канала, те видели. Бутылек на 50 мл и два бутылька по 30 мл. Вообще классно. Я говорю, ну мало ли, девчонки, может здесь тоже кому-то будет интересно. Кто-то тоже, девочки, захочет заказать. Такие нежные ароматы. Специалисты магазина. Этого интернета, интернет-магазина, помогают подбирать ароматы. Так что, девчонки, заказывайте. Заказать можно только на этом интернет-магазине. Я не знаю, ссылку может тоже сюда оставить, а? Да? Ну. Оставим, ну а что, мало ли, здесь тоже девчонки захотят. Виталя ссылочку оставит в описании, девчонки. Так что заходите. Я уже, получается, пельмени стряпаю. Я хотела манты постряпать, и в итоге у меня получились какие-то пельмени. Ну ничего. Ничего. Спрашиваю, будете, кто хочет кушать? Потому что время у нас многовато уже. Никто не хочет. Никто не хочет. Нет, папка сказал, будет кушать. Так что я, девчонки, вообще прям довольная. Почему я довольная, девочки? Потому что я вообще не пользуюсь никаким парфюмом, таким вот дешевый покупать тоже я не вижу смысла, потому что я не переношу запахи, особенно такие резкие. Я люблю запахи такие издалека, нежные. У меня нос, девчонки, вот такой чувствительный. Так что муж у меня, он сынуля, у них такие мужские ароматы. Виталя, кстати, сегодня побрызгался в школу, говорит, ароматы такие хорошие, такие вот. Я сегодня, получается, с утра как побрызгалась. Хожу, так нюхаю, такой нежный, прям приятный. Тебе понравился аромат? Виталия понравился. Ну, тебя не слышно, сына, наверное. Не слышно. А Марина, получается, мы Марине заказали, мне и Витали. Вот, девочки, мы довольны. Так что, муж, говорю, брызгается. Муж и сыновья у меня брызгаются за дверью. Потому что я вообще, у меня сразу головокружение, мне плохо становится. А здесь такие нежные ароматы. Вообще красота. Так что вот такие у меня, девчонки, новости. Сегодня у меня вообще замечательный денек. Чудесный. Ну, сейчас настряпаем пельменей наших, получаться. И буду масочку делать. Сегодня, девочки, надо сделать масочку. Потому что купила я две новых масочки. Приготовила уже. Сейчас, говорю, настряпаю. Перед сном сделаю маску, помоюсь. Чтобы уже такой вот прям закончить день восторгом. Масочкой освежить лицо после прогулки. Так что вот так. Достряпали, девчонки, пельмени. Получилось у нас вот таких два блюда. И маленькая досочка. И немножко фаршика осталось чуть-чуть. Такие получились вареники. Даня вон уже кушает. Я, девчонки, на ночь не ем. Я так хотела их, но я завтра утром. Завтра утром я обязательно их наемся. Такие вкусняцкие, девочки. И Даня попробовал, говорит, вкуснятина. Да, Данечка? Угу. У меня вот такая масочка. Буду делать масочку.
Все, девчонки, освежусь перед сном. Помоюсь. И будем отдыхать. Так что на этом я свое видео закончу. Скажу вам всем всего доброго, всего хорошего. Девчонки, кто еще не подписался на наш канал, подписывайтесь. Дальше будет больше и интереснее. Кстати, масочка вообще ароматная. Это у нас что? Авокадо и хурма. Девчонки, делайте масочки. Такая классная, освежающая маска. О, вот так вот. Красота. Так что, девчонки, балдею с маской. Вам всем говорю, до скорых встреч. И все, на этом мой день почти закончился. Еще помыться и все. Пока-пока.